небольшой секрет, что именно сегодня у Игоря и у Насти интуиция феноменальная. Она их не подведет. У меня есть номинации. Я задаю вопрос нашим молодоженам, кто из вас обладает той или иной способностью. Если они указывают на вас, вам нужно воплотить это в реальности, даже если вы это никогда не делали. И сделать это так, чтобы все гости, находящиеся в зале, поверили. Понятно, да? Ну что ж, меня интересует первая номинация. Как вы думаете, кто в совершенстве из ваших гостей напротив владеет танцем лезгинка и готов нам это продемонстрировать? Ну что ж, выбор сделан. Интрига, да? Кому же я иду? Правда ли, что вы владеете в совершенстве танцем лезгинкой, готовы нам сейчас продемонстрировать? На Северном Кавказе ни разу не был. Но попробуем. Под бурные аплодисменты. Народный танец Кавказа и лезгинка. Хаса! Жаркие горячие танцы специально для вас. Ура! Слушайте, браво! Ваши аплодисменты! Народный артист Кабарди на Балкарии! Жму руку, вы можете занимать место. Первая номинация открыта. Я понял, вы еще хотите номинацию открыть, да? Хорошо, тогда стоим. Слушайте, ну а четкое попадание. Следующая номинация такова. Как вы думаете, кто из гостей напротив специально не худеет, потому что у него хобби танцевать танец живота? Он качается лежа на диване, и ему это помогает. Итак, у нас совещание. Папа. Вот так поворот. Я, честно говорить, не ожидал. Правда ли, что вы качаетесь специально лежа на диване, чтобы всегда быть в форме? Раз форму, конечно, инструмент. Инструмент для танцев. Давайте мы продемонстрируем. Ваши аплодисменты. Танец живота. Какая пластика, какая грация. Ваши аплодисменты. Обратите движение, попой отточены. Это все говорит об опыте, который за спиной. И вот, тяжелая артиллерия. Браво! Годы тренировок за спиной. Слушайте, ваши аплодисменты. Я не знаю, получится ли у кого-то справиться с этой номинацией лучше, чем у вас, но вам подарок. Вам подарок вместе с Игорем, потом посадите дерево. Подчухнем гондолин. Давайте поаплодируем. Я, честно, даже не догадывался про такие вот хобби. Слушайте, ну мы едем дальше. Как вы думаете, кто из гостей напротив считает себя самым сексуальным человеком? Он готов нам продемонстрировать, и, честно говоря, он считает себя красивее вас сегодня на торжестве. Кто этот человек? Два свидетеля.
То есть это правда, да? Что вы ложитесь спать, смотрите в зеркало, просыпаетесь, смотрите в зеркало. И сегодня вы самый сексуальный человек на этом торжестве. Я не говорю, что я самый красивый на торжестве, но красивее меня я здесь никого не вижу. Подборные аплодисменты. Продемонстрируйте, если это так. Ну что ж, номинантов становится все меньше и меньше. Меня интересует человек, который сейчас работает не по специальности, но образование у него связано с церковным училищем. Это воспитанник церковного училища, и он сейчас готов нам продемонстрировать мастерство. Кто в свои ранние годы закончил церковное училище и связан с цирком? Совещание. Это молодой человек, чёрный смокинг. А мне казалось, это интеллигенция, говорит, что где когда, ну, мнение ошибочно было. Правда ли, что у вас диплом с циркового училища, и вы нам готовы продемонстрировать мастерство, разминка, зарядка, как там происходит под музыку? Ну, придется, ребят. Мы готовы? Давайте поаплодируем. Выпускник циркового училища 2005 года. Встречайте на арене ресторана «Роял Молл». Он же фокусник-иллюзионист. Никакого обмана. Давайте поаплодируем. Спасибо. Вам повезло. Занимайте место. Поедем дальше. Слушайте, интересная номинация осталась. Меня интересует человек, который не может уснуть, пока не посмотрит телепроект «Дом-2». Он в курсе всех новостей и знает все движения Ольги Бузовой, как она танцует в своих клипах. Поклонник Ольги Бузовой. Или поклонница. Молодой человек в красной бабочке. За молодого человека спасибо, да, сразу. Правда ли, что вы смотрите телепроект «Дом-2», в курсе всех новостей, готовы нам сейчас продемонстрировать танец Ольги Бузовой? Под ваши бурные аплодисменты мы ждем. Тяжелая артиллерия осталась. Как вы думаете, кто в совершенстве владеет восточными единоборствами?
прощание. Олег, правда ли, что вы владеете восточными единоборствами и тактикой боя с тенью? Но вы готовы продемонстрировать нам, да? Подборные аплодисменты. Олег, мастер спорта по восточным единоборствам. Мастерами кунг-фу. Браво, давайте поаплодируем, опять на канале, опять поаплодируем. Муруку, спасибо огромное. Следующая номинация такова. Этот человек пересмотрел все программы в мире животных и в совершенстве знает, как ведет себя пингвин на публике. Что вы в совершенстве владеете телодвижениями пингвина и готовы нам продемонстрировать, как пингвин ведет себя на публике? Я не люблю рыбу, не умею плавать, но да, я знаю, как двигается пингвин. Давайте продемонстрируем, Катя. Так что-то пингвин как-то коротко все было. Давайте поаплодируем. Ну что, заключительная номинация. Это, знаете, как называется? Два человека, которые в совершенстве владеют китайским языком. Один переводчик, второй человек носитель китайского языка. И сейчас мы вас поздравим с бракосочетанием на китайском языке с переводом.